Снежана, и вы на канале Снежана Снежок. И сегодня я вам покажу, как делать эффект сквозь зеркало. А прежде чем я начну, подпишитесь на меня в Ютубе и на меня в лайке. А пока я буду готовить зеркало, посмотрите пример. I'm too sad. Итак, зеркало я уже установила и начинаем снимать. Снимать я буду на iPhone и монтировать я буду в программе VideoLib. Только в этой программе я нашла зеркальное отображение. Не просто обратная съемка, а именно зеркальное отображение. Эта программа только на iPhone, а те, кто хотят, чтобы я сняла видео, как это сделать на Android, пишите в комментариях. Приступим. Заходим в Live. Выбираем музыку. Я выберу вот эту. Вытягиваем телефон перед собой. И плавным движением тянем ее к зеркалу. И хочу уточнить один нюанс. Телефон нужно держать ровно, потому что, когда я училась, я его наклоняла под тяжестью телефона и касалась зеркалом только уголок. Но это было неправильно. Нужно было касаться всей боковой части. Вот так. Давайте это снимем. Включаем музыку. Нажимаем галочку. Продолжить. И сохраняем как частное. Давайте сделаем несколько попыток, чтобы можно было выбрать интересную. Присоединиться. Теперь можно приступать к монтажу. Заходим в видеолинк, нажимаем на плюсик, добавляем наше видео, которое мы только что загрузили. Вот оно. Выделяем его. Нажимаем на дубль. Обращаем. Обратить. Теперь нажимаем трансформ и зеркаль. Самое первое. Обрезаем ненужное, чтобы я долго возле зеркала телефон не держала. Чуть-чуть еще уменьшим. Выглядит очень прикольно. Особенно музыка, когда я сделала обратное видео. Так смешно звучит. Я Кузьма.
Подстраиваю так, чтобы она совпадала. Мне нравится. Сохраняем. Нажимаем на стрелочку. Сохранить фотопленку. Наше видео сохранилось, теперь можно вылаживать в лайк. Заходим в лайк, выбираем ту музыку, А зачем мне добавлять музыку, если мне и так понравилась моя музыка? Нажимаем на камеру. И загружаем наше видео. I'm too sad. I'm too sad. I'm too sad. Надеюсь, легко вам было сделать этот трюк. Так что, ребята, снимайте видео, пишите хэштег Снежана Снежок, чтобы я могла вас быстрее найти и лайкнуть. А сейчас ты мне поставь, пожалуйста, лайк за мои старания и подпишись на канал, если ты еще не подписан. А мы с вами увидимся в следующих крутых роликах. Пока-пока!